Саровские инициативы в рамках регионального проекта «Вам решать» были направлены на благоустройство дворовых территорий, замену дорожного покрытия и обновление уличного освещения. В 2021 году из 16 проектов города конкурсный отбор прошли 10. Остальные 6 проектов набрали недостаточно голосов на онлайн-голосовании – менее 300. Один из самых крупных проектов, который реализуют в городе – благоустройство территории молодежного центра. Он второй раз уже участвует в конкурсном отборе. Первый раз не получилось. Вот второй раз удачно. Это устройство спортивной площадки на территории молодежного центра на улице Куйбышева. Устройство тренажеров, турников, покрытий. Ну, достаточно дорогой, хороший проект. Дворовая территория в районе домов проспекта Ленина 33, 35 и 31 по улице Александровича сейчас выглядит пустой и безжизненной. И ребятам разного возраста нечем здесь себя занять. Победа инициативной группы граждан в проекте «Вам решать» теперь позволит установить во дворе песочницы и качели, мафы и горки, а также зоны с теннисным столом и воркаутом. Очень радостно за проект квартала 22. Это дома проспект Ленина 33, 35 и Александрович 31. Очень так работала хорошо инициативная группа. Прям радостно за людей. Там будет благоустройство дворовой территории. То есть игровые площадки, спортивные площадки с покрытиями, подходами к ним. Список всех инициативных проектов, которые прошли конкурсный отбор, можно посмотреть на сайте Министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области в разделе «Проект инициативного бюджетирования. Вам решать». Всего на все саровские инициативы направят порядка 25 миллионов рублей. Реализация проектов начнется в весенне-летний период, а закончиться работы должны до конца октября 2022 года. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.